Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. В общем-то, давайте глядеть, что у меня сегодня воскресенье, что доступно у нас по турнирам. Так, есть три турнира, то есть стая динозавров, это, то есть, понятно, бегство динозавров, тут три боя целых. Дальше у нас есть бои с усилениями и есть махонький ужастик. Но я предлагаю сделать по одному бою, например, в каждом из этих турниров. Начнем разминаться с махоньких ужастиков. Вот такие вот у нас противники. И давайте сейчас подумаем, кем бы мы их... нам бы хотелось их уничтожить. Так, ну там и Аламбия может всех тут порешать, вообще изи-бизи. Апатич, ничего, давайте, мне что-то хочется апатичем. Вот пойти и долго, но всех наказать. Давайте, давайте, так, пирораптор. Пирритатор. Так, ихтиостега. Ну да, это самый грозный противник, в принципе, очень даже хорошо, что она была первой. Дальше с этими махненькими ужастиками мы, в принципе, справимся без проблем. Ать, двать, трить, ать. Полторушечка. Следующий. 5 ударов. 4. Ну, вы сами понимаете, ничего ему не светит. Даже 2 поставлю. Ну, блин, да даже на 8 ничего ему не светит. Даже 2 раза по 8 ничего не светит. Ну, давайте. Ну, это 5 всего лишь прошло. 2000 снял. Ну, 8 бы снял больше 3. У него такое чувство, вроде вот глаза сейчас выпадут. Как яйца вареные. Так вот. Легко. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Второй бой. Легендарный. Ну, давайте пока отложим. Пойдем-ка. Давайте пройдем волну. 9 противников нам нужно преодолеть. Тут суперсильные нам не надо существа, как я думаю. Допустим. Вот так. Так, кого вы там любите из травоядных? Кроме Иоламбии. Ну, пусть будут стиги. Давайте. 9, я думаю, мы завалим без проблем. Хотя надо было все-таки проатаковать. Что-то я так решил накопить баллы. Но это я так, блин, затягивает бой. Мы бы могли за первых пару поединков нормально продвинуться. Ну, за первые баллы, раунды продвинуться далеко. Ну ладно, раз уж я тут засел. Ну, давайте двигаться так. Так, Лимнасцелис. Ну, нам как раз тут 2 балла хватит. Так, Зухамимчик идет. Зухамим, да, такой длиннорылый, но в этом Jurassic World Evolution он вообще шикарный. Такая длинная прищепка, как у Гавиала. Я 2 просто так. Для красоты. У нас же магия числа 2. Не знаешь, как говорится, сколько бить, ставить в защиту, ставить 2.
Так, давайте выпустим вот это вот существо. Вообще отлично. Колобаринг, да, у нас там идет. Сейчас мы их быстренько порешаем. Амфибии порешаем. Всех порешаем. Так, колобаринг, хвоста нет, но зубы есть, да? Промежуточный, переходной вариант. Птерозавра. Так, он на 4 проатаковал. А вот так, один удар хвостом и сдуло птерозавра. Астапозавр. Так, пошли у нас амфибии. У нас есть кем ответить. Вот, смотрите, как я идеально угадал. Испугался он, испугался нашего Стиги и поставил аж 3 балла в защиту. Страшно, страшно ему, конечно. Раз, два, три. Раз, два, три. Хотя, если бы он перенес свои баллы на Иоламбию, то мог бы легко пробить Птеродаустра моего. Ну вот, он попытался это сделать. Ну, давайте выпустим нашего великого и ужасного. Ну, я так, с запасом. На двоечку. Чтобы особо сильно не считать. Готово. Так, прошли. Давайте теперь пойдем вот сюда. Бой с усилениями. У нас есть рексы. Рексы, пексы, фексы. И мне бы, конечно, хотелось их пробить, ну вот кем, мелкими, допустим, какими-то рапторами какими-то. Сейчас посмотрим, может, кого попроще возьмем. А, два всего лишь, да? Два раптора. Ну почему бы и нет, давайте пойдем двумя рапторами. Конечно же, мы возьмем вот это. Вот это возьмем. Ну, вот так вот. В битву. Главное быстро не умереть. Посмотрим, что он может нам сделать. На все два проатаковал, отлично. Ну, я его тоже за два съем. Так, а он же не знает, что у меня есть лишний балл. Он думает, что у меня всего лишь один. И он меня сейчас на два и должен проатаковать. На один это подло. Это подло. Ну вот, да, он даже бал перенес. Ну посмотрим, выживу я, не выживу. Я 3 удара не выдержу, ё-моё. Ну вот как раз идеально. Ну 4, на все 4, давай. На 8 атакуем, ребята.
стальной панцирь. Вот так вот. Ха-ха-ха. Супер удар. Великий шинкователь, ребятки. Кстати, посмотрели видосик про нового супер гибрида, уникального гибрида, да, уникального гибрида в Jurassic World Alive. Там я, великий шинкователь Дилорахейрус, да, вот так, по-моему, правильно называется, да. Там прикольная картинка мне получилось нарисовать, было забавно. Я, наверное, неделю это видео снял, еще неделю оно мне лежало, я все не мог никак нарисовать туда картинку, такую, какую я хотел бы. Так что, кто посмотрел, ставим лайк, если понравилась картинка, а кто не посмотрел, то бегом бежим смотреть. Так, что, давайте еще сюда пойдем дальше. Не, я не сюда хотел. Я хотел в битву с усилениями зайти еще. Так, гаргазавры. Кем будем кушать гаргазавров? Какими-то амфибиями, может, слабенькими. Так, слабенькими. Вот у меня диплотатор есть 30-й. Но это не сказать, что слабенький. И диплотозух. Ну, ладно, так такие попались. Мне, в принципе, нравятся. Так, не, я еще хочу что-нибудь выбрать. Так, с усилениями беда какая-то. Надо рапторов кормить, а то нечем будет защищаться. Так, ну не знаю, давайте попробуем. Проиграем, так проиграем. Можно укусить, почему бы и нет. Но нет, да, то справимся. Но хотя их трое, при желании они бы могли победить. Ну вот так пока идем. Так, меня следующий уже может пробить на 3, да, если проатакую, то хана мне. Но пока что уже 3, да. Ну вот как раз то, о чем я говорил. Так, ну у меня сейчас будет плюс 8, я как раз могу это, в принципе, дело использовать. Раз, два, плюс 8 и 1. И, в общем-то, это будет замануха. Да, вот этих плюс 8 щитов я накупил уже целый миллион. Постоянно в гавани. Вот только вот это усиление продается. Ну, за монеты. Просто жесть. Никакого разнообразия. Ну, вот он, конечно, попытался меня уничтожить. Но фигушки там. Сегодня побеждает примитивный разум. То есть не обязательно быть умнее, чтобы прожить дольше, как говорится, да? Это говорят крокодилы динозаврам. Так, ну что, давайте добьем тогда уже этот турнир. У нас трудоны. Трудоны, да? Они же троодоны. Так, кем будем их пробивать? Кем будем пробивать? Какими-то там, может, тоже взять велоцираптора, например, хочется взять. Так, не по свирепости, по атаке. Сейчас будем искать там наших каких-то. Может, один рекс. А давайте попробуем. А, ну тут, кстати, всего-то один-то и нужен. А, чё-то я постоянно выхожу как-то отсюда. Так. Ну, тут такое дело ненадежное, конечно. Но у нас есть все шансы на победу. А, ну да, вообще легко. Раз мы его за один укус прокусываем, да, тогда это легко. А если бы не прокусывали, было бы другое дело. Ну, блин, ну чё вы мне так это...
Ну все, понимаете, ну он глупо сделал. Зачем он на вот этих два своих несчастных балла нас проатаковал? И тут проатаковал. А у меня уже будет... так, стоять, я что-то потерялся в баллах. А, было два, он мне на один проатаковал. Все, он умер. Ну, блин, глупость какую-то он сделал. Вообще. В ашпе, ребята. Не захотел он сражаться, короче, забоялся. Забираем награду гиганты Канады. И это трицератопс нам попался. Так, у нас их 5 штук, да? Скалозавр, да, у нас же гибрид со скалозавром. Будет скоро. Анкилозавр. Скалозавр это у нас более примитивный, да, по-моему? Анкилозавр это уже один из самых развитых бронединозавров. Трицератопс. И последний набор. Баксы и снова трицератопс, ребята. Ну, вот, в общем-то, вот такие вот пирожки. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.